Люксембург, Бавария. И твой маленькая провинция. Так, ну у меня, в принципе, все. Между Баден... Начинаем. Тихо, ага. Тихо. С Персией. А, я уже закончил. Это вот раз. Все, это уже. Давайте закончил. Так. Если мы доиграем как-то до коммунистов восстания в России, я России помогу справиться с этими коммунистами или нет? Или Восток такой шумок, да? Нет, я сделаю это название более дипломатически. Интервенция на Восток. Я могу социалистов поддержать в столице. Нет, тогда Прибалтика отделится, это твое будет время идеально, чтобы ее захватить. Я социалистов поддерживаю. Один фиг сейчас силу будут набирать. Лучше они, чем эти либералы. В Праге и в Берлине будут поддерживать. А я и могу еще где-нибудь. В Силезии. Будет у меня первая советская страна. Англия. А что значит требовать уступок и установить протекторат? Протекторат, ты присоединяешь страну к себе, уступок, ты кусочек нецивилизованной страны съедаешь. А, тогда я сейчас потом потребую. Сначала надо посмотреть, как армия, пока меня не было, производилось. О, нормально, хочу сказать. Яичник хоть нормально все сделал. Блин, буду расширяться, значит, на что, как это, регион, как это называется, где у меня земля, возле Сиама. Ну, я понял, тут у тебя кусочек. Юго-Восточная Азия. Ох, нифига. Да, я здесь буду, лучше расширяться. Я-то думал, давайте... он только берег Вьетнама есть... откусил, у него тут вообще кусман такой здоровый, что по центру есть. О, ты уже здание видишь? А, ты уже заключил союз? Ой, тебе Швеция помогает, что ли? Да, Швеция... Нет, у него... Швеция хотела забрать себе вот датские колонии, да. А кто наш на Швеции был? Финляндия. Кто-нибудь помнит? Как же его, блин, Ильдар или кто? А я же с вами... А вы что... Ильяна. А вы играли еще? Илья. А вы когда еще? Илья. Сейчас я ему напишу. Можно вас спросить? Когда вы играли? Позавчера. А, позавчера, когда я играл или... А, у тебя не было. Или без меня? Да, тебя... А, тогда понятно. Не было один день. А... Точно. Я же тогда ходил. Я сейчас такой в тельняшке же сейчас сижу за компьютером, прям Российская империя. Сейчас флот надо делать тогда. За такое дело. Так, один парусный линкор в Азии. А, он не может сейчас. Да. Ривелипс. Так, кто у меня тут по станции? А вообще по барабану. Только о, у меня флот даже нормальный, хочу сказать. Ой-ой-ой. Супер флот. Значит, интервенция в Корею. Отлично. А вот мне флот нужно будет строить, потому что перемирие заканчивается только с Англией, надо переговоры вести. А у них Франция начинает грызть сейчас потихоньку кусочки территории, но флот один фиг строить надо. О, морс... Консервы вообще-то ну... и нету, консервы. А посмотрите на как это... Где мои... Возле Сиама. Посмотрите, сколько там армий. Сиам. Ну, я заглядывал. Тут прилично у тебя войск сидит. Ты как раз можешь Камбоджу заинтересить с этими самыми. Да. Я сейчас по Корею захвачу. И там установлю войска. Блин. Еще не смогу. Значит, пора порты модернизировать. Порты это да, это надо. Надо хотя бы транспортники пока построить. У меня? Да я у себя, у меня флота вообще нет.
Я ж три раза разоружение принимал. А, понятно. Было какой за. Вы сняли видео про это? Да. Или мы за день 5 серий нафигачили. А где они? Я еще предыдущие вот выкладываю видео. Как раз сейчас выкладывается видео, где мы воевали с повстанцами, воевали, послали всех нафиг и пошли играть в обычную версию. Как раз эта серия выкладывается. Феникс Мод. Ну это. А скажите, кто играл? Я и хост. Кто за кого играл? Я за Китай. Я за Советский Союз. Я, в общем, за Не. Буду всегда. За Север. Это про то, что пока меня не было. Кто играл за кого? А. Швецию играли и Францию. Швеция играла, Францию, Франция, Швеция? Италия. Россия, да. Персия, Сокото. Сокото и Персия. Это два раза были. А один Италия и Франция, человек. Там у них тоже власть менялась. Непонятно, у них там вообще все творилось. Все дело такое, мне капец. Население уходит. Улетает. Все население летит в Бразилию и США. США у меня. У меня в США. Зато у тебя потом на США будет казус белли, типа мое население, давай территории сюда. Зараза такая. Средний. Так вот. А давайте посмотрим, куда они мигрируют. В США, я Мексику, Британию и Бразилию. Из Европы. Европа, России, короче, со всех стран. А из Японии мало. А, новый магазин в провинции Гали. Жалко, меня не было, я бы... Сейчас точно создаст. А скажи, когда будешь создавать все германские... Ты хочешь присоединить территории Австрии все? Да я... Вот. Ну там еще это, Италии чуть-чуть надо вернуть национальных провинций, а так и восточная часть России. Знаете, что... Пусть... А так Австрия, вот это знаешь, исконная. Знаешь, создать... Да? Знаешь, что хочу сказать? Пусть как-то... Давайте мы в следующей войне против Австрии. Россия заберет все, что ей нужно от Австрии, эти два региона возле нее. И Италия свои национальные. И ты заспеешь Австрию. Когда будешь создавать германскую империю, она присоединится к тебе. Да мне ее проще... Ну, хотя тоже. Можно засферить. Но видишь, мы, может, успеем раньше создать эту империю, чем... С этим покончить. Да. Как это уже казус были. Мне хорошо, скажите. Гигантская армия просто. Для меня нормально все. Блин, куда консервы деются? А скажите, а Швеция что, России требовала назад территорию? Ей требовала, ничего она не требовала, она уже все успокоилась. А, ну вначале. Швеция решила на запад идти. Все, она так это. Я сказал там, высказался. Здесь поляк еще пришел просто. Франция, она вообще тоже, что я ей скажу, она выполнит, не буду ять. Ну и как за консерв, подскажи. Заводы. И да их вообще заводы... ни у кого не хватает, я тебе скажу. Консервы. Нет, посмотри, что требуют для производства консерв. Да у меня вообще-то... это во. Да. Железо требует. Надо их ставить. Свинину, конину, нет. Рыбу и зерно. Требуется. Заводы требуют. А я не про себе. То, что это здание. А чтобы производить консервы? Да. 4 ресурса. Если надо. Ты поместишь в провинции... А, да. Если ты поместишь в провинцию, где хоть 2 или 3 ресурса из этих, производство увеличится. Ну, это да, там всего. Какой-то бонус дается. То есть... Я тебе да, не об говорю, дает. Ты пойми. Вообще ни у кого нету консерв, ты пойми это. Они все это уходят на армию.
Основной производчик Англии, по-моему, она сама все консервы сожрает. Посмотрим. Хотя А не посмотрю, Франция основной а производчик первый, консервов? а потом Пруссия, Россия, Италия, Осман. Англию выкинули, да. Россия на третьем месте. А, блин, Я тебе возможно, говорю, не тебе это... хватает. А, потому что Потому Пруссия что. по как артиллерии, Пруссия первая. По Да ей тоже не стрелковым хватает. оружием. Ох, нифига себе, здесь англичанин кроет. Короче, когда... Ганновер, сволочь, ты кого хрена англичан здесь Короче... пускаешь? Вот гад такой. Еще сфера, сфера. А союзника Англии, зараза. Знать бы, где еще их весь флот лазит. Можно было попробовать высадку тихой сапой устроить. Пока эти все расширятся. Еще война с Англией года на 3-4 может так затянуться, в принципе. А у нее осталось 0. Вот если бы они Нет, вот что обанкротились, так. консервы мог. Знаешь, как увеличить, чтобы на рынок больше консерв было закупалось? Производить их больше. А... Да, нет, кто их производит, должен поднять пошлины. То есть тогда начнется, по-моему, продаваться быстрее они. А наоборот, Потому что уже будут. пошлины влияют на ввозимый товар, по-моему. То есть товар, Да. который к тебе возят, должны отплатить какой-то процент. То есть ты как бы свои предприятия защищаешь от иностранных интересов. Если поднимаешь пошлины, Ну да. То есть иностранных товаров у тебя на ты территории сам будет подумай, меньше, пошлины. а твоим предприятиям будет более удобно работать на своей территории. А. Оп, международный кризис. Ну, его и никто не поддержит, все заняты. Опа, Англия мир просит. Ну-ка, чё? О, Вот датский здесь Шлезвиг Гольштейн Италия присоединен. просит. Да здравствует Северо-Германский союз. О, покажи, дай я посмотрю. О, сообщение. Все, ты Ага. скоро... Германия была объединена только после провозглашения Германской империи в результате франко-прусской войны. По идее, отделение возникло задолго до того с ростом национализма. Важным предвестником объединения была Франкфуртская ассамблея 1948 года. Если мы займем доминирующее положение среди северогерманских государств, то сможем создать Северогерманский союз. Окей. Все. Короче, тебе остался только Баден. Дай посмотрю, теперь на каком ты месте. На третьем. О, ты по боеприпасам уже пришел. Где? Ты, короче, уже по промышленности. Если ты Германию создашь и несколько лет подождешь, ты все будешь по промышленности первый. Просто все будешь производить. Я пойду Блин. пока покушу. Посмотрите в Посмотрите на Корею. Что там с Кореей? А, ты вторжение в Корею начал. Ох, нифига себе, ты их рубишь. Они отстают, походу, сильно технологически. Ну, либо у них и регуляторы, либо... Они же еще... Нет, у них же вестернизации, по-моему, нету. Так, под это дело можешь выборы провести. Ага, я могу Пруссию выделить. Так. Значит, можно пока начать подкушивать что-нибудь. Так, с Баденом перемирие, ладно.
Знаешь, что хочу сказать? А тебе же как-то еще ты, по-моему, принял решение, что Эльзас автоматически стал национальной серией Германского Союза. Ну да, что-то я там такое принимал, когда я его вернул. Да, Эльзас присоединился, когда был серией Германский Союз. О, Франция что-то с Бельгией не поделила. Из-за чего не воюют, посмотреть? Может, тоже войну в действии? Франция с Португалией присоединяется в Бельгийская Валония. А, Валония, правильно, так. Валония, то есть это не Валония. Все, Германский Союз. Блин, ты уже догоняешь по всему как-то. Военные товары ты уже догоняешь по всем. Кроме стрелкового оружия. То есть у тебя меньше стрелкового оружия производится в стране. Я сейчас ссылку человеку то отправляю, я и там сейчас, как бы, надо ссылку найти на версию. А игры. Кто, он хочет тоже играть? У кого-нибудь ссылка осталась? А у нас же, нет, она в группе же. А, ё-моё, точно. А ты же ее выложил в группе. Да. И так скачали. Почему я так... А, понятно, почему я побеждаю корейцев очень быстро. Они не цивилы. То есть они не цивилизованные государства. А Россия сейчас, так, походу, ответить не может. Он ушел пока. Да, пока он ушел. Так что дальше мы с Россией уже будем про Маньчжурию. Кризис России с Османской империей. Поддержать, оно... не поддержать и развиваться. Нет, Россия плюс. Да Россия сама, по-моему, Османскую империю мутохает. Да. Она специально так сделала. Если османы согласятся, то они Эгейские острова отдадут полностью. Греции, которые их требуют, то есть по национальному. Ладно, встану на сторону России. А то он сейчас ушел, сейчас точно. Пока его нету, придется там, по-моему... Войска свои гонять. Нет, по-моему, уже османы предлагают. То есть уже османы, по-моему, предлагаются. А он, как он ответит, для если меня... его нету? В том-то и дело, это что сейчас война начнется. Да. Ау, Россия, у тебя сейчас война начнется. Ты где? А, царь, война. Что-то... Не трогайте царя, он кушать изволит. Блин, было вообще классно. Нет, по-моему, в этих версиях остров Гольголанд, севернее Германии, она, по-моему, становится твоей автоматически, то есть в состав после решения. А, он Готланд, так он же швейцарский вообще. Нет, Голголанд, на севере Германии. А, Голголанд, он английский, там было что-то какое-то решение по его возвращению, вроде как в оригинальной игре. Да, по-моему, там будет, он просто тебе присоединится назад. Почему-то синхрон-то, с чего ты взял? Россия просто есть ушел. А с кем? Раз ты пишешь, что никакого рассинхрона нет. Нету синхрона. Кто может читать? И плюс Россия хост. Ему написали рассинхрон. Да. А он... Ну все же читают это. Да, тогда ты... Итальянец даже... Тогда ты в игре пока что. О, война. Да, мы все еще... Ну подождите, предлагаю пока на паузу чуть подождать. У России сейчас война идет, у меня, кстати, тоже. Я же не могу за Россию все это там рулить. Вот если бы он не контролил войска. Хотя у него там 16 этих. Сейчас я, подождите, войска к границам подтащу. Возможно, в этой войне как-то Греция получит все свои национальные земли. Сейчас германская освободительная армия пойдет к вам эти лагеря отдыха строить. Так, здесь. Вот так. Нифига себе, вы можете бродить по этой территории. А, это, наверное, российский вассал.
Плохо здесь передислокации нету, как в Дне Победы. А то мы махом сейчас. А, что сообщение? О, еще и ссылку группы скинуть. Так. Я вообще подпин группу давно. Когда Dark is Call, как снимал видео. Паспорт. Вот это видео. Так, ты тебе отправил, тому отправил, всем отправил. Так. Жан Жорес. Какой-то... Неудачная экспедиция, едьте вновь. Да подождите вы, я войска еще не распределил. Я сейчас за две страны пока отдуваюсь. Еще границу России Германия. Прикрывать. Да. А пока, когда будешь создашь Германию, я сбегу скорее. Давай Нидерланды попилим. Я сейчас хотел Бельгию дойти. Ну, можно Нидерланды? Да, ты можешь. Нет, то есть я могу захватить ее Индонезию. Полностью. Ну, а я тогда метрополию даем. Да. О, плюс мы должны экспедицию. То есть как исток Нила найти. Ёперный бабай. Сейчас придет и не узнает, что у него тут творится. Сколько там у турков войск, интересно? Представь. Да. У него мало войск. Уже 24. У него мобилизация идет, значит, потихоньку будет силу набирать. Сейчас он придет, ему по территории тут немецкие войска бродят, как у себя дома. С турками в войнушку играют. А можно спросить у тебя? А ты помнишь, мы говорили? Сфера влияния расширить. Да, помню. Потом. Может, мне у турков где-нибудь кусок колонии отгрызть? А то что это я и без африканских колоний. Это как-то неправильно. Поводы войны с Алжиром. Алжир превысил БПшку. Или ББшку. Ага, 15 минут. Ок. Очки исследования, хорошо. У меня промышленность как-то резко пошла вверх. А у меня столько заводов сейчас, расширяется много. Все идут. Ага, кстати, ты в курсе, у нас тут война идет? Да, я уже отправил свою дивизию. Ой, у меня армия сформировалась, ну наконец-то. Россия. Да. Отошел на несколько минут. А тут все уже, власть не взять со стороны. Это в Фениксе бы так было, а здесь-то все по-другому. Еще один человек может через 15 минут присоединиться. Какой? Он с нами еще не играл. Я ему ссылку скинул на игру. То есть я одновременно сейчас и с турками надо играю, потом... и союзников набираю. Кого дальше пилить? Так. Не хватает опять шовинизму на африканскую колонию. Ё-моё. Опа, турки в Греции. Ладно, сейчас в ту сторону выдвигаемся потихоньку.
Я буду с Азии, я туда, у меня сейчас там много. Вместо этого войска свои лишние с твоей территории вывожу. Думаю, ограниченного гарнизона там более чем. Кто главный в войне? Россия как инициатор. Самая агрессивная страна, у него без чести больше 80. Как ты отгадал? Ты сам мне это сказал. У тебя 85 было. 80. 80. У нас сколько? Нас пятеро. Нас четверо. Да. 80. Он вообще самое хищное создание на свете. Хищное, блин. Он взял ни за что на бедную Турцию напал. Это не я. Это я хочу, может, Грецию освободить. Вот смотри, куда он не приходит, везде страны разваливаются. Австрия, Греция. Я отнесу слово монархии. Опа, у тебя Турция эту самую, как ее, Польшу захватывает. Россия. Что это? Давай вместе Китай попилим. Попозже. Вы там столько людей угрохаете, да, в Китае. Потом Китай. Не как обычно, ни до чего. Блин, у меня в Азии стоит полков много. После войны с Персией. У меня так же. Мне надо, значит, захватить Юго-Восточную Азию. Сиам, Дайнам, Миньонов. Я тебе помогу. Бирма. Чтобы на юге подготовить атаку на Китай. Или не надо. Что у них за партия такая дебильная, проект? Кто такие? Либералы. Конституционные. Антимилитаризм. Да вы что, совсем? Шовинизм. Только шовинизм. А у меня... Дай я найду, кто у меня. Японские либералы, вьетнамские националисты, опа, японские реакционеры, так, якобины. О, как надо... так. У меня весело. И кабинцы у тебя смогут восставать начать. Ё-моё, надо их из Польши выбивать. Итальянец, у тебя уже вы... Короче, подготавливай армию, атакуй Австрию. У нее единственный союзник — это Испания. Которая воюет с Францией. Да. Кстати, насчет повода на Австрию. Это ты вовремя сказал. Австрия, Австрия. Словения. Нет, у Италии же национальные земли. Блин, а я не могу. Земли. Так что... Это самое, у нас перемирие, я не могу на нее повод создать. А, ну, у Италии это самое. Сразу может войну развязать. Войска, в принципе, подтянет. А то француз тогда сел на Италию, пока итальянца не было. Содержание армии не поднял. И в войну... И там идет с армией. И кого в нем. Так, я хоть там где-то бегаю, да, я бегаю. Опа, так. Минимальный уровень здравоохранения. Окей. Все, столица пала. Турецкая. Вот, сволочи, на тот берег не пускают. Ладно. Стамбул, столица. Ага. Ну, ладно, я с Азии буду подходить туда. Итальянец, так что атакуй Австрию. Французы, по-моему, все одни испанцев уничтожили. Да шибись, что так шовинизм это не растет, а? То же самое. А что турецкие берега? Ну хоть Грецию освободим. Она в сфере Англии. За кого вписались опять? Давайте посмотрим. А, блин, я на шестом месте. Ну, нац приоритет максимум +1. Так.
Плотность населения, плотность населения. Они мои славяне, я их буду защищать. Греки как, с какого пункта к славянам относятся? Или относятся? Да, Византия. Ага. Греки, армяне, грузины. Где там хоть одного славянина? Меня все славяне, я защищаю. Это русский мир, понимаешь? Все, молчать. Так, что там, окей. Это кто? Простите. Нет, это просто с одним дым. Так. Что там, Россия? А, римляне. Последние римляне умерли, когда Рим пал от этого самого, от варвара. Дальше уже какие-то непонятные... Готы. Постготы. Да, там уже помесь какая-то дальше непонятная жила. А Византия это вообще колония, считай. Опа, надо. Так, что у нас здесь в Польше-то? Так, лови турка. Ох, ё-моё, в Испании восстание. Франция от Союза отказалась. Швеция держится. Швеция. Надо с ней отношения улучшать. Может, сферу её забрать. Я завою из нескольких стран. Я вообще сам от себя в шоке. Хотя, думаю, Швеция скоро мировой державой станет. В Италии восстание, она в войну ввязалась. Ну, как обычно. Я к ней даже я прорваться не могу ничем. У меня там ни флота, нет. Ты-то... Нифига. Не, я говорю, ты можешь напрямую там армии-то. Ну, а там такой... австрийская территория. Мне надо войну с Австрией вязать. А, я-то воюю с Австрией. А. Я-то уже воюю. Нидерланды что покушать? Япония, ты с Нидерландами воюешь, нет? Оп. Тишина. А где Япония? Померла. Ушла от нас подальше. Ну, вроде бы как здесь должен быть. Может, отошел куда-то. Ладно, сейчас гляну вручную. Я уже здесь. Ты воюешь с Нидерландами, нет? Я уже здесь. Друг за... Не знаю. Враги. Австрия, Испания. Кто там еще? Сиам. Ограничение роста с Алжиром. Так. Вылетело. Так. Итальянец пишет, что он из игры вылетел. В скайпе. Угу, вот. Сейчас. Так, Мели или Болгария? Там как раз сейчас. Болгария. Должна скачаться игра еще одного человека. Вот как скачается, тогда я его. Угу. Чтоб сразу. Сейчас я ему... Пока и... А завтра я тут сам. Сейчас я ему напишу, где он. Дай! Это что такое? Как... Простите, мой брат. Дай! Доброго у тебя. Доброго. Слушай, у тебя проход с Австрией, что ли? Что-то они через твою территорию шагают. А, я запретил им проход. А, вот они валят назад некоторые. Сейчас я 17 тысяч эти убью. Так, я что-то пока отвлекся, там уже забыл, что у нас где творится, кто с кем воюет. Надо претензию к кому. Блин, ни с кем не могу претензию. Все либо в союзе с этой самой, с Англией, либо... перемирие уже. Англию не бойся. Да, она затянет войну. Либо в союзе с Францией. Так, а мне же надо армию раскачать сейчас. Ладно, Нидерланды. Еще у них можно откусить.
Что у них такого можем откупить? А гвардейцы? Гвардейцы. А, вот они, гвардейцы. Их... Ох, ты следом. Уже гвардейцев качаешь. Но уже пора, а то я уже завис. Так. Туба. Да мы поняли, поняли. Сейчас еще один человек появится, и мы тебя в игру вернем. Все равно перезаходить придется. Все. Скачалось, пишет. Сейчас пока у него установится. Да, вот, пока у него установится, я подожду. И куда 31 тысяча шведов пошел? Пипец он идеально сейчас. Я завоюю. Что это называется? Молдавия. Молдавия сейчас под кем? Уж и шведы под идут. Турцией. Посмотрите ведущиеся войны. А Швеция с Австрией воюет и этой самой Испанией. Посмотрите. Да, смотри. Великобритания. Вот и воюет. Я-то чуть. Великобритания с Японией. И Сиама. Да Великобритания, но каждый, блин, этой самой. Почки за тысячу. Фиг криндец австрийцы. Блин, нифига этот шовинизм не растет. За каждый регион новую войну начинать, это ж... А вот я не помню, здесь есть как в этой самой, как... В Европе, там какую-то технологию изучаешь, и все, и ты можешь всю страну сразу поглощать. А мы, по-моему, уже давно выполнили план по войне с Турцией. Раз в 5 перевыполнили. Я воюю, тут мне надо захватить Болгарию. А, Болгарию. Может даже Болгарию. Чтоб там у меня почти шовинизм вырос. Я сейчас у меня не... закончу войну. А у меня ни хрена, он как непонятный, в разные стороны колеблется, ни туда, ни сюда. Так, 48, да, первый 30. Гвардейцы у нас открываются, система точечной обороны, да? Значит, они и у меня должны уже... Казённое ружье, казённое зарядное ружье у меня. Ага, вот нашел, вот, точно вот гвардейцы надо. Армию потом... Гвардейцы это есть, только они много кушают, вот все. Надо будет перевооружать, пехоту распускать. Эту ставить. Как-никак потом можно долбить всех. Ладно, я его сейчас в конфу добавлю как раз. Сколько там процентов? Ой, сколько мы уже перевыполнили? Или сколько? Ну там дофигища. Ого. О, все. Я на пятом месте. Здравоохранение потихоньку. Я на пятом месте уже. Отлично, кто там на втором? Россия. Франция на втором, на первом Великобритания. Так, Болгария, вот она. Че, у тебя там все в порядке? Да чтоб этот шовинизм упал. Было. Так. Ой, Какан мне войну объявил. Ты представь, Какан. Ох, да у меня шовинизм в плюс пошел. Они, наверное, ко мне пошли. Итальянец, добавляй уже. Мне уже Австрия просит как-то... Мир на твоих условиях. Что делать, напиши. Ну что, соглашайся, пускай присоединяет Италия себе кусок Австрии. Одну. А все равно один ему регион, на вторую шовинизм копить пришлось бы. А он зараза такой. Ох, шовинизм плюс пошел. Блин, шовинизм — это единственная проблема европейских держав. Меня уже эти англичане... Ты представь, Турция — великие державы, с войной вышел. А кто опустился? Вот это я сейчас не знаю. А, странно, чуть не ходит он к вам присоединяться. Ладно, я тебе сейчас... Это самое... А, точно, конфужи не осуществовал.
Вот этого человека на эту канку добавим. А кто создал ее? Так ты же создал. Я, наверное? Да. Ух ты, итальянские войска. Тоже что-то под шумок хотел. У нее есть, она умрет. Соглашайся, пишет итальянец. А, его. А о, у меня повод делать. А может он сядет на Англию? На Англию? А может он сядет на Англию? Узнаем. Главное же... Она же нам всем мешает. Пускай мешает всем вдвойне, да? Когда человек еще будет тяжело, особенно когда он против будет нас. Ну, это будет, по крайней мере, интересно. Так. Ага, еще один человек выпал из игры. Что, рехостим как раз. Алло. Алло. Так, все, сохраняю и